Хочу сказать спасибо Евгению, Татьяне Соколовым за возможность снова оказаться в Риге с гитарой, почитать свои стихи и песни. И отдельное спасибо безобразнику Сергею Терещенкову и его замечательной супруге Людочке, которые меня сюда все-таки спровоцировали приехать. За окном осень, ну и я посвящу свой монолог этому времени году. И снова дождь, источник вдохновения, по лужам чертит ровные круги. Душа полна тревоги и сомнений, печаль и грусть души моей враги. Сейчас начнется, почернели тучи, проверил голос гром в немой дали. Дождь припустил, сорвался, ветер скруче, как будто заключил с дождем пари. Я в этот шумный спор вступать не буду, да кто ж сравнится с удалью стихий? Я вдохновение попрошу, как